Всем привет! Так как подавляющее большинство вчера в сторис проголосовало за то, чтобы я показала, как я буду устанавливать сошки на свой карабин, то показываю. В общем, так как на моем карабине антапка не быстросъемная, никаких приспособлений для крепления сошек нет, мне потребовалось приобрести несколько дополнительных, скажем так, девайсов, переходников. Вот. В магазине Stick Hunt я купила набор винтов. Один из винтов в этом наборе подошел под резьбу, которая есть у меня на ложе карабина. Быстросъемные антапки. Потом в магазине Innohunt я купила такой переходничок на антапку с планкой Picatinny. Ну и, соответственно, быстросъемные сошки, которые устанавливаются на планку Picatinny. Вот. Ну и как бы приступим к самому процессу. Выкручиваем родную антапку. Берем винт из набора. Вкручиваем в ложе. Угу. Есть. Так, теперь устанавливаем переходник. Устанавливаем. В пазике. Теперь специальным ключом в наборе фиксируем это все. Надежно фиксируем. Угу. Вот. Ну и, собственно, у нас все готово для установки сошек. Все, собственно, мы закрепили сошки. Вот я выбрала сошки Atlas. У них, в принципе, стандартная высота. Она еще регулируется. Вот такой нужный девайс теперь у меня есть. В принципе, сошки полезны для пристрелки карабина со стола. Теперь мне не нужны никакие там кубы, мешки. Вот. И, в принципе, это один из самых точных способов пристрелки, когда есть как бы ход карабина вперед-назад. Ну и в любой момент это можно снять без ущерба вообще всякого. А, ну да, я единственное, что забыла. Вот. Теперь сюда, в этот же переходничок, вставляется быстросъемная антапка. Вот. Ну и кроме того, помимо сошек, на эту планку можно поставить, например, камеру. В принципе, первоначально я этот переходник взяла именно для этих целей. Вот. Вместе с камерой в магазине Innohunt. Вот. Вот с тем же успехом, быстренько, надежно. Открутить немножко.
крепим, например, камеру. Ну, тогда в этом случае тапка нам будет мешать. Вот. Вот такое легкое, в принципе, решение. Всем спасибо.